Друзья, сразу вернулся с Майорки и сразу прямой наводкой на клубничные поля. Вот клубника, там припарковался. И посмотрите, посмотрите, какая красота, какая клубника. Вау! Какая сладкая клубника. Ешь сколько хочешь. Килограмм стоит 4,50. Я взял себе вот такую вот корзинку. И сейчас от пуза наемся. И потом уже начну собирать клубничку, друзья. Какая сладкая австрийская клубника. Объедение. Вот это клубника, вот это да. Вот это находка. Какая вкусняшка. Какая огромная. Вот она спряталась. Ну ничего. Я тебя нашел. Клубничка ты. Ух. А ну-ка сейчас заценим, насколько она вкусная. Очень сладкая клубника. Это все удовольствие стоит килограмм 4,50. Но жалко, что она здесь гниет, пропадает. Я бы ее сделал, наверное, по 2 евро. Чтобы народ просто приезжал и собирал всю клубнику, потому что сезон заканчивается. Клубники очень-очень много. И это я насобирал за 10 минут. Здесь, наверное, не знаю, 2-3 килограмма будет. И сейчас уже пойду на кассу. Нахожусь я возле городка Айзенштадт, 50 километров от Вены. И случайно проезжая здесь, гуляя, я увидел, что здесь огромное клубничное поле. Приехал и собрал клубнику для своих родных и близких. Поехали домой. Вот что я собрал за 10 минут. Полная корзина клубники. Шикарной клубники австрийской. И вот опять клубника. Повсюду клубника. Но я уже и наелся. И нет у меня уже сил еще есть. Хотя такая красивая. Она так соблазняет. Смотрите, друзья. Вкусняшка. Обожаю кататься по Австрии, по шикарным автобанам, за клубникой и не только за клубникой. Отправляюсь уже на Вену, полный багажник у меня клубники. Сейчас приеду домой и буду варить варенье с клубники. Всем привет!